Привет, друзья. Совершенно не выспался. Плохо сплю всю неделю, так как у меня сейчас происходят очень серьезные изменения в моей жизни. Перетрансформация, полная перезагрузка. Все те, кто держали за меня кулачки в победе над зеленым змеем, официально заявляют, победа за нами. Хоть, конечно, и пришлось прибегнуть вмешательством извне, так скажем, вмешаться в мое тело, но я считаю, что самое главное – это положительный результат. Сходим сегодня в магазин, купим продукты, приготовим что-нибудь пожрать в стиле влога. Также будет очень много хороших новостей касаемо игровой индустрии. Собственно, наверное, давайте с них и начнем. Сегодня 8 июля 2022 года. В последнее время меня прям завалили комментариями по типу, что пропали подписки на Xbox, пропали игры у кого-то. Давайте сейчас это и проверим. Ну, я-то, собственно, уже проверял, просто вам сейчас это все наглядно покажу, что у меня ничего не пропало, ничего не исчезло, все как было, так и осталось. С холодного старта включаем Xbox. Очень мне нравится, что нужно удерживать, а не просто кнопкой раз, потому что когда пыль протираешь, это намного удобнее. Ну, то есть не включается консоль. С холодного старта я телек не включаю, ничего. Понятно, что функция далеко не новая, и она даже, по-моему, на PlayStation 3 уже была. Но я каждый раз поражаюсь, что просто, ребят, одной кнопочкой, да, вот нажал, и сейчас запустится. Все, пожалуйста. Все, мы уже все. С холодного старта он не в спящем режиме был. То есть Xbox выключен, все, мы уже зашли в приставку. Не включая ни телевизора, ничего. Ладно, давайте проверим. Заходим в Game Pass. Библиотека. Включить. Собственно, вот он, Game Pass. То есть все работает, да? Как вы знаете, что Sniper Elite 5 это игра по раздаче в Game Pass. Попробуем сейчас запустить. Но я говорю, я играл вот, буквально вчера играл, все нормально. Хотя эти комментарии мне начали писать уже прям давно, там неделю назад, может даже больше. Кстати, разочаровался окончательно. Я уже записывал ролик про эту игру, что она мне не понравилась. Еще будут дополнения, я думаю, сейчас не стоит тут так растягивать влог. Лучше сделаю вторую часть, что Sniper Elite 5 говно. Я продолжаю это утверждать. Мое мнение, вам нравится, ради бога. Мне... Ну все. Все, вот Sniper Elite 5. Она у меня не куплена, она с геймпасса, все. Все играет, ребят, все играет. Ничего не пропало. И онлайн играет, в GTA заходил, то есть все нормально. И давайте вот теперь с важных новостей. Я вам тысячу раз говорил, ребят... Если покупаете неофициально, да? Я так понимаю, что эта проблема возникла у человека, который купил подписку неофициально. Ну, кто в России покупает официально, да, за 10 тысяч? Понятно, что все любят, хотят сэкономить. Купить неофициально можно тоже разными способами. И вы писали, что у этого парня цены завышенные, чем у конкурентов. Я вам объяснял, вы платите за безопасность, так скажем, за полную уверенность, что у вас будет все хорошо, за гарантию, вы там, может быть, немножко переплачиваете. Вот вы сэкономили, какой результат? Вы потеряли подписки, кто-то игры потерял, там писали много кто мне. Ну и вот теперь хорошая новость. Если он раньше занимался только продажей подписок и игр на Xbox, то теперь также продает подписки и карты оплаты, карты пополнения на PlayStation. Так что ссылочку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь на его паблик. Почему подписываться вам рекомендую? Потому что скоро мы все-таки будем делать раздачу игр и подписок. У меня нету компьютера, я не знаю пока, как это реализовать на телефоне. То есть вы прекрасно знаете, да, ну, кто давно подписан, что у меня есть только телефоны и планшеты. То есть у меня нет компьютера. И как это сделать розыгрыш, я пока не знаю. Но мы над этим работаем. Либо буду компьютер покупать в ближайшем будущем, там, не знаю, для этих целей. Собственно, ребят, ну вот у него прям дикое желание. Он говорит, ну сделай ты уже ребятам раздачу, там, чтобы мы вот разыграли розыгрыши, делали там и подписки, и игры, и на PlayStation, и на Xbox, собственно, будем разыгрывать все. Так что обязательно подписывайтесь на его паблик ВКонтакте, у вас будет большой жирный плюс. Ну и давайте такой небольшой отчет по гаджетам, уже как в привычку у меня вошло отчитываться, продал ли я что-то или нет. Вот, Xbox с двумя геймпадами, тот же самый мой, ничего не продавал. Кстати, к нему подключил сейчас клавиатуру, и у меня светом на нем работает еще. Да-да, не удивляйтесь, то есть у него полноценный браузер, виндовский, тоже надо будет обзор по этому поводу, там, ну, есть о чем поговорить.
на большом 55-дюймовом экране она берет клавиатуру, мышку и, то есть, оформляет свои заказы, там у нее сайт, то есть, ну, все открывается в полноразмерном режиме, браузер, как на ваших компьютерах, там, на ноутбуках, то есть, и все, и она работает, оформляет заказы, там делает, переписывается, собственно, на клавиатуре все классно, удобно. Хочу только подкупить, знаете, еще эту Bluetooth клавиатуру, прям с трекпадом, чтобы ей было более удобно. Да и я так иногда там лазю, собственно, нормально. Ну, эти приставочки, конечно же, коллекционные они у меня, тоже никуда не деваются. На Денди я так еще мне пообещал, мне знакомый там друг оренбургский, что даст мне, короче, эти. И картридж, мне нужен картридж, чтобы проверить. Вот они, геймпады-то у меня все есть. Вот два геймпадика у меня на Денди. Вот, блок питания я уже тоже нашел на нее, но вот мне картридж нужен. А картридж, ну, в принципе, ладно, это не проблема, не горит. Дальше, раскладной телефон Samsung Galaxy Z Fold 2, который играет у меня роль камеры. Вот он, пожалуйста. Практически мой основной гаджет, так скажем. Мой раскладной телефон. Samsung Galaxy Tab S7 в строю. Poco X3 Pro также у нас тоже в строю. Все работает, все отлично. Ничего не продал, не перепродал. Да, продаю только единственное с обзора вот с AliExpress. Вот этот микрофон, блядь, уронил. Вот этот микрофон продаю, ребят. Есть на него обзор, кому надо. Для телефонов, для смартфонов. Моя серебряная кнопка. Короче, планы теперь у меня грандиозные, амбициозные. На заниматься ерундой времени не будет. Так что теперь только все по делу. Обзор моего холодильника. Ладно, шучу. Что за новая рубрика? Это будет контрольная закупка, дегустация. Лечо закарпатское. Ну, это просто я показываю лечо, что я купил в магазине Светофор, в магазине низких цен. Собственно, те, кто подписаны на мой второй канал, Олигон Лайф, те знают, те в теме. Там я уже делал такую рубрику, я его просто продолжу. И шпроты из балтийской кильки в масле. Не знаю, не пробовал, это новиночки, ребят. Собственно, в чем дело? Я уже вел рубрику на Олигон Лайф, контрольная закупка, где я покупал какие-то продукты, пробовал там тушенку разную, пельмени и выносил свой вердикт. Нравится, не нравится, там оценочку ставил, собственно, ну и вам показывал состав, там прочее что. В общем, теперь я эту рубрику буду возобновлять. Также на Олигон Лайф, сюда я не думаю, наверное, не стоит сюда заставить, поэтому если интересно именно эта рубрика, то подписывайтесь на Олигон Лайф. Также еще буду там проводить мукбанги. Собственно, теперь буду, ну опять, все, я вхожу в строй, буду расширять свою аудиторию. И, ребята, пожалуйста, у меня сейчас будет к вам очень большая просьба, вы можете каждый мне помочь просто одним кликом. Большая к вам прям просьба. Подпишитесь на мой тестовый канал в Яндекс.Дзене. Я оставлю ссылку в описании и в закрепленном комментарии. Хочу сделать тест, хочу провести, ну то есть поэкспериментировать. Не знаю, что из этого выгорит, но если получится, то вы мне очень сильно поможете. Временно, временно, даже можете там не оставаться. Подпишитесь, мне нужно набрать 100 подписчиков. Это важно, набрать. Там уже 40 с чем-то, 46 или 50. Собственно, там немножко осталось. Пожалуйста, подпишитесь, вот каждому просто убедительная просьба. Подпишитесь, а там потом можете отписаться, когда я скажу. Ну там неделю максимум, там две. Потом отпишитесь, все. Это прям вот важный момент, ребят. В конце напомню еще. Не проигнорируйте. Вот. Я не знаю, что из этого выгорит, но надеюсь, что что-то получится, и мне будет из-за этого помощь, ну и также, а вам благодарность от меня просто, ну, ладно, спасибо. Лето в этом году просто шикарное, жары нету, хотя сегодня жарко будет, я чувствую, потому что уже такая солнечная, тихая погода, раннее утро, ну, как раннее, уже не раннее, конечно, я тут пока проснулся, пока съемки эти делал. Ночь, говорю, плохо спал вообще. Да всю неделю плохо сплю. Но ничего, сейчас устаканится. Все-таки под утро я уже заснул более-менее, поспал несколько часов. Ох, и солнце. И, в принципе, сейчас я скоро буду уже в режим входить. Также я продолжаю правильное питание. На весах сейчас у меня примерно 87 килограмм. Было 96, кто знает. Буквально зимой еще. То есть 10 килограмм я сбросил. Бывает до 86 даже я скидываю, но потом колеблется 86-87. Вот так. Ну, это большой результат, ребят. Зимы, ну, для меня, по крайней мере, это просто что-то у нас там строят. Я не знаю, увидите или нет. Вон, видите, краны стоят. Где церковь? Вот где церковь. Не знаю, никак не дойду. Все интересно посмотреть, что же там строят. Никак не дойду. Ну, а что касается моей студии, все в процессе. В принципе. Ну, это вы все видели, да, уже, что готово. Но здесь пока так у меня и осталось. Конечно же, надо дальше продолжать ложить эту плитку. Ну, и, собственно, клеить, ложить, говорю. Клеить плитку. Ну и закрашивать. Здесь надо будет, видите, здесь рисунок видно хорошо. А здесь я закрасил слоев 10, наверное. Собственно, уже нормально. И вот этот кусок. Вот осталось чуть-чуть, но никак, никак. Вот, блин, вот эти обстоятельства все мне все время мешали. Ну теперь все, теперь время будет на все, ребят. Так что, все, сейчас давай одеваемся, идем в магазин и что-нибудь приготовим пожрать.
в магазин «Находка», построили большой гипермаркет низких цен прямо рядом с моим домом. Вот «Находка», вот мой дом, 12 этаж. Решил я сегодня приготовить овощное рагу. И для этого нам нужно сейчас будет купить замороженные овощи. Вот этот отдел с замороженными овощами. Нам нужна мексиканская смесь. Она вот есть, но от другого производителя. Фарш замороженный, колбаса. Смотрите, креветки. Короче, рыба. Магазин очень хороший, на самом деле. Но я что-то не вижу своих овощей. Во, стручковая фасоль тоже обязательно возьмем. Ну, той мексиканской смеси нету, я так ее и не нашел. Ладно, возьмем вот эту, какая есть. В принципе, тоже тут вот и горошек, и стручковая фасоль, и морковка. Все есть, все то, что нужно. Вот чем мне нравится магазин «Находка», здесь такой огромный выбор всеразличных орехов, сухофруктов, курага. Вон там финики вижу, грецкий орех, сушки. Смотрите, арбузы. Огромные арбузы, здоровенные. Ну все, купил все, что нужно. Сейчас пойдем домой, будем готовить. Ну, погода вообще классная, по-настоящему летняя. Тепло, хорошо. Домой вообще неохота заходить. О, псы войны отдыхают в тенечке под деревцем. Наверное, я все-таки сейчас круголечек вокруг дома дам, еще прогуляюсь. Но все-таки надо идти быстрее, чтобы вам влог увидеть этот скорее. Ладно, идем. В общем-то, не стал я брать стручковую фасоль. Мне почему-то показалось, она не впишется в мое сегодняшнее блюдо. Взял мексиканскую смесь. Смесь овощей замороженная, мексиканская. Блин, я брал другую, она была с другой этикеткой. Но здесь, в принципе, тоже неплохо. Но мне что не понравилось, морковки до хрена. Это не очень хорошо, когда вот много морковки. Вот такую приправу, приправа универсальная, 200 грамм, натуральный продукт. Ну, конечно, да, без ГМО, так я вам и поверил, ну да ладно. Немножко химии не повредит. Ну и картошки. Тушить я ее буду с мясом, со свининой. Вот у меня есть свининка. Блин, замороженная, забыл разморозить. Так что готовочку в этом влоге вы не увидите, к сожалению. Ну ничего страшного, у нас впереди еще много будет других влогов. Изменения также у нас коснулись кухню. А то все про меня, про игры. Вот, ребят, смотрите. Вот такие теперь у нас изменения в кухне. Раньше у меня здесь был набит ковер ковролин для того, чтобы не было эха. Эха не было, да, было хорошо. Сейчас эхо есть, согласен. Но он смотрелся неорганично, так скажем. Ну, набитый ковролин на стену, да, ну, как бы сами понимаете. Плюс какие еще изменения, как вы, наверное, заметили. Стулья были черные, вот они. Вот эти стулья у нас всегда были. 8 лет, верой и правдой, они прослужили, в принципе, и так. Ну вот, смотрите, уже просто начало. Короче, конечно, они свое изжили. Теперь вот такие вот новые стулья. Материал, в принципе, тот же самый, мягкий, кожзам, нормальный. Ну, решили теперь светленький, надо все-таки как-то менять. И стол. Раньше он был стеклянный, бликовал. Теперь вот он такой приятный, как под мрамор как-то сделанный, я не знаю даже. Ну, конечно же, это, и понятное дело, это дерево, какое-то МДФ. Нет, какое-то покрытие. И что мне нравится, деревянные ножки. Ну, так, как скажем, более выглядит уютно, что ли, как-то более так тепло, уютно, хорошо. Мне нравится такой вариант больше. Тот был стеклянный, с железными серебряными ножками. Ну, в принципе, он тоже свое изжил, там треснуло стекло. И так же, как только сюда переехали в 2014 году, и все мы это покупали. Теперь вот так вот выглядит наша кухня. Сейчас еще вам покажу один прикол. Я купил матрас. Вот такой ватный матрас. Обычный, дешевый. Он, по-моему, 1000 рублей, в районе 1000 рублей стоит. Зачем я его купил? Во-первых, жарко. Жарко спать на кровати. А там балкончик открытый. Открываю балкон, стелю матрасик. И прям, так скажем, на свежем воздухе. Ну, пока лето. Ну и, так скажем, поспокойнее. Когда лежишь вдвоем, вот эта жара, да, вот наша кровать, вот здесь вот мы спим. Получается, друг дружке мешаешь все равно. То одеяло друг на дружку тянешь, то ворочаешься. Короче, ну, как-то так. Ну, вот, тоже есть свои минусы, конечно, когда спишь вдвоем. Вот. А когда один, там, ну, балдеешь. Просто у меня со сном плохие проблемы. Когда были
когда были хорошие проблемы со сном. Когда у меня со сном было все хорошо, я, в принципе, об этом даже не задумывался. Спал спокойно, нормально. Мы здесь, кстати, тоже матрасик-то прикупили. Смотрите, вот это матрас, ребят. Вот видите, это матрас. Раньше мы спали просто на диване. Но потом у нас вот такая проблема пошла, не знаю, видно вам или нет. Вот он стал, ну, видите, пролом сползать. И мы решили купить вот этот матрасик. Матрас этот 8 тысяч стоит. Он какой-то ортопедический, короче, нормальный, специальный, мягкий, хороший. Все ништяк. Когда у меня со сном было все хорошо, я спал вообще без проблем, балдел. Но сейчас у меня пока проблемы со сном, вот матрасик для этих целей. Когда нет сна, короче, я вот для этого вот и сплю на матрасе. Ну, в принципе, как-то вот так. Больше каких-то таких основных серьезных новостей нету. В общем-то, что хотел, то рассказал. Но и в заключение этого влога еще раз хочу вас попросить, ребят, пожалуйста, не проигнорируйте, помогите мне. Просто кто сможет, ткнуть вам ничего не стоит, да, мне будет большая помощь. Возможно, пока еще не знаю. Подписаться на мой тестовый канал в Яндекс.Дзене. Я сейчас займусь готовочкой. Так что, ну вот так, впереди очень много будет, конечно, интересных роликов. Теперь времени у меня куча, вагон и маленькая тележка. Настроение классное, вот такое просто замечательное. Мне как будто руки развязали. То есть я себя сейчас чувствую совершенно по-другому, не так, как раньше. То есть вот эта вот проблема того, что тебе все время там, ну, какое-то время проходит, и хочется попить пивка, расслабиться, чего-то, и все. И в результате выпадаешь из жизни, теряешь там, так скажем, и работу, и время, и здоровье. Все, ребят, с этим тема закрытая. Так что давайте. Еще раз хочу сказать всем спасибо, те, кто болели за меня, так скажем, в этом деле, да, нелегком. Все, проблема решена, поборена. Все подробности в телеграм-канале, еще раз подписывайтесь на телеграм-канал, дзен-канал и на основной, а Олегон Лайф. Там будут мукбанги и дегустации еды. Ну, в общем, там тоже много у меня интересных роликов теперь будет. Много новых рубрик будет. Все, друзья, всем пока, до новых встреч. Boom, boom.